день до своего рождения ребенок спросил у Бога. Говорят, завтра меня посылают на землю. Как же я буду там жить? Ведь я так мал и беззащитен. Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и заботиться о тебе. Ребенок задумался, затем сказал снова. Здесь, на небесах, я лишь пою и смеюсь. Этого достаточно мне для счастья. Твой ангел будет петь и улыбаться для тебя. Ты почувствуешь его любовь и будешь счастлив. Но как же я буду понимать людей, ведь я не знаю их языка? Твой ангел будет говорить тебе самые прекрасные и сладкие слова, которые ты когда-либо услышишь, и спокойно и терпеливо он научит тебя разговаривать. А что мне делать, если я захочу обратиться к тебе? Бог мягко прикоснулся к детской головке и сказал: «Твой ангел сложит твои руки вместе и научит тебя молиться». Я слышал, что на земле есть зло. Кто защитит меня? Твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью. Мне будет очень грустно, так как я не смогу больше видеть тебя. Твой ангел расскажет тебе обо мне все и покажет путь, как вернуться ко мне, так что я всегда буду рядом с тобой. В этот момент на небесах царила тишина, но с земли уже стали доноситься голоса. И ребенок в спешке спросил: «Господь, прежде чем я покину тебя, скажи же мне, как зовут моего ангела?» «Его имя не имеет значения. Ты будешь просто называть его «Мама».» Что?
выразить свою любовь. В мамин день скажу, что люблю тебя, в мамин день крепко обниму тебя. На земле мне не хватит многих слов, чтобы выразить свою любовь. На земле мне не хватит многих слов, чтобы выразить свою любовь. Свою